Здравствуйте, дорогие друзья! Это магазин музыкальных инструментов «Мустав», и сегодня у нас на обзоре студийный микрофон АКГ-C214. Поставляется он вот в таком вот кейсе. Сейчас посмотрим, что внутри. Сверху на новой упаковке вот такая вот бумага. Значит, прошу обратить внимание, что данное видео я записываю голос в настоящий момент на динамик телефона, чтобы потом запустить микро и посмотреть, как он звучит, как записывает голос. Здесь написано Made in Hungary. Что, вскроем, посмотрим, что внутри. Ну, внутри, в общем-то, сам микрофон, поп-фильтр и держатель-паук. Микрофон, есть у него срез низких частот, уменьшение количества децибел. Ну и, в принципе, все. Такой вот студийный, симпотный микрофончик. Поп-фильтр очень, кстати, хорошо функционирует, ну, снимает мягенько так. Здесь действительно поп-фильтр очень нужная вещь. Так, что тут написано? Да, микрофон здесь написано вот сверху Made in Hungary. А держатель написано сделан в Словакии. Ну, в общем-то, вот и все, что тут можно внешне его посмотреть. А сейчас посмотрим, как он звучит. Плачь сердцем, кайся перед Богом. Лишь он судья на твоей дороге. Пишу от сердца, оно что-то говорит. Забыть про горе и море обид. Плачь сердцем, кайся перед Богом. Лишь он судья на твоей дороге. Пишу от сердца, оно что-то говорит. Забыть про горе и море обид.